дети читают стихи. Город Калининград. Детский садик номер 22. Соня Тверетинова, 6 лет. Смурил маршак вьюга. Вьюга снежная куга. Напряди на пряжи. Взбей пушистый снега, словно пухли пяжи. Выдоворные ткачи, вихри метели. Дайте радужные борщи для косматых ели. Потрудись, кузнец Мороз, скуй ты нам сегодня ожерелье для берез к ночи новогодней.